Здравствуйте, меня зовут Антон Наумов, я занимаюсь Java-разработкой уже 11 лет. Этой весной мне позвонили организаторы UI Web Challenge, пригласили участвовать в жюри этого чемпионата. Я был искренне польщен, особых сомнений в том, принимать участие или нет, у меня не было. Были сомнения, подойду ли я на высокую роль члена жюри, но я решил, что почему бы и нет. Как оказалось, я не ошибся. Мероприятие было организовано, с моей точки зрения, достаточно хорошо. Были мелкие огрехи, но развоз участников, поселение, питание, выбор помещения, отбор кандидатов – все прошло совершенно замечательно. Что еще хотелось бы отметить – это достаточно высокую активность участников и достаточно высокий уровень. Судить было непросто. Мне понравилось количество участников, количество молодых и не очень молодых ребят, которые не поленились потратить свое время, приехать в другой город. На чемпионат, который проходит первый раз, без истории, без гарантированного результата, просто для того, чтобы попробовать свои силы. Понравилась атмосфера. С самого начала и до самого конца ребята поддерживали друг друга, не было нездоровой конкуренции. Пожалуй, все. Спасибо.